Всем огромный привет, я город Екатеринбург, меня зовут Ирина. Так, стартанула новая распродажа, но сегодня речь не об этом, просто смотрим будильники, часы. Сама распродажа будет чуть позднее, вообще ряд товаров снова с более низкой ценой. До 19 января можно купить, например, все сказала в обратном порядке, например, Генго будильник 1300, обычная цена 1500, смотрите, 13 сантиметров, никакого тиканье, желтая медь. Аккумуляторы LADA. Батарейки уже в IKEA не купить, к сожалению или к счастью. Но вот такой будильник еще можно урвать. Следующий тоже по распродажам. 500 рублей. Байк 5 на 11. Обычная цена 600 рублей. Тоже, в принципе, достаточно все просто. Без цифр идет такой циферблат. Так, что у нас по распродаже? Еще есть один вариант. Клампниси. Также 500 рублей. Обычная цена 600 рублей. 11 на 16. Труба на крыше. Это кнопка отключения будильника. Нажмите, чтобы поспать еще немного. Так, пока без распродажи. Так, это вообще бесценный экземпляр. Декат 400 рублей. Смотрите, будильник. Он не так давно появился в IKEA и уже участвует в распродаже. Сейчас мы его обратно поместим. Такая капсула. Называется это Фнура. 1000 рублей. Будильник с подсветкой 10 сантиметров. Считайте, минус 1000. Тут вон целый набор. Сейчас не включить так быстро подсветку. Не включить. Надо на помощь звать помощника, а он уже ушел. Так, следующее, что мы водили с часами, посмотрим. Это Филмис, черный цвет, 700 рублей. Смотрим, в принципе, что продается, без каких-либо технических характеристик сопутствующих. О, вот и распродажа. Кстати, такой будильник стоит 450 рублей, и это серия Плира. Распродажа. Тиинга 99 рублей, 5 на 8 на 6. Сейчас, скорее всего, никто целенаправленно в IKEA за будильниками не едет. Но как сопутствующие товары, можно это захватить. А, купон 149 рублей, 4 на 6. Смотрите, какая крошка. Он очень легкий будильник. Полипропилен идет. И как раз для батарейки или аккумулятора место. Настенная Стурск 2000 рублей, 26 сантиметров и такой а-ля школьный вариант Бравур 3700. Диаметр 59 сантиметров. IKEA PS1995. Цвет белый, 3000 рублей. Здесь есть практичное отделение для хранения различных мелочей. Также можно повесить или поставить на полку. Бундис 1300. Никакого шума, никакого тиканья. Вот они здесь все в упаковке. Вот эти мне очень нравятся. 3000 рублей. Кютер Смуки. 46 сантиметров, серебристый цвет. Класс. Нуфра, это в упаковке. Они, кстати, все легкие практически, ну, за исключением таких больших, которые только что посмотрели. Также никакого тиканья. Очень легко их крепить к стене. Настенные часы 1500 с найдарем. Березовый шпон, прозрачный акриловый лак и все.
500 рублей. Тунис. Тунис. 30 сантиметров. Прозрачная цифра. Пук идет 900 рублей. Так, и еще один ряд у нас. Вот они, Лада, это аккумуляторная батарейка, 4 штуки, 749 рублей. Все, а батареек уже нет. 2450 идет. Так, вот этот пук распакованный, следующий. 600 рублей. Чала, 28 сантиметров. Есть еще розовые. Ну, чтобы вы понимали, вот такой розовый. Он розово-оранжевый, что-то между. Даже циферблат тоже, такие цифры. И серый. Так, чало мы посмотрели, в упаковке все внизу. Это, по-моему, самая низкая цена была. Найдем, не найдем. Стома, да. Раньше где-то примерно 150 рублей он стоил. Вокалис 500 рублей. И здесь идет под дерево. Это под дерево. Вообще это полистирол и алюминий. Скайран белый, розовый и серый. 600 рублей. Рублей Юки. Вот эти цветные тоже часто бывают в распродаже. 300 рублей тоже Юки, 23 сантиметра. Для детской вообще идеально. Да, одна батарейка здесь. Вот они, да, Стома, сейчас тоже 59 рублей. Говорю, стоили они, по-моему, 149 раньше. Трома 200 рублей тоже вариант. Они вообще невесомые. Какие? 25 сантиметров. По часам, по будильникам все. Как-то мало стало. Поубавилось. Больше ничего и нет. Если что добавится, обязательно будет в моих видеороликах. Ну а пока, до новых встреч и пока-пока. Небольшой бонус, также товары по распродаже. Недалеко от часов рамка, рама для коллажа на 8 фото 600 рублей. Открытка 8 штук 149, это то, что внутри этой рамы. Тоже 8 штук. Маленькая вот такая. Но это, в принципе, самая низкая цена. 149 рублей. Здесь 4 штуки. То есть вот это 4, 8. И такая лента. 300 рублей дропс. Черный цвет. Обычная 400 рублей цена.